конца декабря в Чувашии заработал портал «Народный контроль». Там жители могут оставлять свои жалобы, которые будут рассмотрены отраслевыми министерствами или ведомствами в течение 10 дней, после чего придет ответ. О специфике работы портала рассказали на пресс-конференции в Мининформполитике Чувашии. На портале «Народный контроль» предусмотрено 8 ключевых направлений. Это жилищно-коммунальные услуги, связь, социальная сфера, бизнес, экология, благоустройство и инфраструктура, дороги и сельское хозяйство. Только за этот месяц на ресурс поступило 45 обращений по различным вопросам. В их числе жалобы на состояние дорог, уборку дворовых территорий, гололед, отсутствие парковки и другие. В нашем министерстве определен, да, модератор системы, который сразу при поступлении обращения смотрит категории и перенаправляет в орган власти. Эти все обращения поступают по системе электронного документа оборота, и сразу же орган власти видит это обращение у себя в СЭДе и начинает уже работать. Свою заявку, так же, как и заявки других пользователей, можно отслеживать на портале и даже повышать рейтинг того или иного обращения. Пользоваться ресурсом достаточно просто, причем войти в личный кабинет возможно и с мобильного устройства. Ресурс «Народный контроль» у нас на данный момент имеет еще и мобильное приложение. То есть это можно поставить в телефоне, проходя мимо, сфотографировать и отправить обращение. То есть для этого не обязательно иметь там рабочий компьютер, либо ноутбук. Работа ведется, заявки учитываются. Так, выполнено обращение от 16 января о том, что во дворе дома 19, корпус 1 по проспекту Ленина, периодически появляются горы мусора. Также после обращения на портал выделена дополнительная полоса для поворота направо с Ядринского шоссе на Университетскую. Список реализованных пожеланий представлен для общего доступа.